Нашим рекам и озерам чистые берега. С таким девизом учащиеся городских школ вышли на берег реки в районе морского порта. Цель похода – очистить территорию от грязи и мусора. Напомню, в округе сейчас проходит ежегодная всероссийская природоохранная акция. Активное участие в ней принимают предприятия, организации и местные жители. В общем, все, кому не безразлична экология нашей хрупкой северной природы. Дима Галошин, учащийся кадетского класса школы номер 4, впервые принимает участие в акции по очистке берегов рек и озер. Но по опыту участия в субботниках на школьной территории точно знает, мусорить на улице нельзя, а тем более делать это на природе. Впрочем, сам юноша из числа тех, кто имеет четкую позицию. Если каждый будет убирать за собой сам, то мусора и вовсе не будет. Ведь половина из того, что было собрано на причале, в морском порту, осколки бутылок от спиртных напитков и окурки, делится впечатлениями юный защитник природы. Надо поменьше все-таки разбрасывать мусор, чтобы беречь природу, поскольку ее и так не очень много. Она скромная у нас на севере, но красивая, ее надо беречь. Также хочется, чтобы призвать к тому, чтобы поменьше курили, пили, потому что никаких ведер мусорных не стоит, и люди иногда бросают на землю все, что... Выпили, покурили, и это остается тут. Точно такую же позицию занимают и сверстники Димы Галушина. Кстати, в акции приняли участие ребята сборного отряда из 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й школ. На призыв сделать берега чистыми школьники откликнулись с большим энтузиазмом. Я считаю, считаю эту акцию как полезной для Наринмара, потому что берег грязный, тут ходят люди по вечерам, мусорят. Надо это все убирать, очищать. Люди должны не мусорить. Они должны убирать за собой и вообще не кидать, куда попало мусор. Не кидать мусор под ноги – позиция правильная, с ней не поспоришь. Культура поведения наших сограждан оставляет желать лучшего. Но есть и другая сторона медали. Территория берега, куда причаливают пассажирские катера, никак не благоустроена и не оборудована мусорными контейнерами. Прошли мы, нет ни одного мусорного контейнера. Я считаю, что необходимо, потому что часто люди в ожидании судна вынуждены, возможно, перекусить, а вот где переждать и куда выбросить мусор на данный момент, я вот, например, не вижу. За непродолжительное время участники акции собрали несколько мешков с мусором, но на берегу осталась еще куча габаритного хлама, убрать который ребятам просто не под силу. На помощь им должны прийти работники чистого города. В целом всероссийская акция «Нашим рекам и озерам чистые берега» удалась. Активное участие в ней приняли не только школьники, но и предприятия и организации города, поселка Искатели и населенных пунктов округа. Славная традиция по очистке причалов и берегов, улучшению экологической обстановки на водных объектах будет продолжена и в следующем году. Ирина Цепетова, Александр Дуркин, телеканал «Север».